С сентября в Тобольске стартует совместная программа городской администрации Сибура «1000 деревьев в год». Это масштабный проект по озеленению города, рассчитанный на 3 ближайших года. Каждый год высадка 1000 деревьев. Такие объемы осваивались раньше за десятилетия. Места посадок на 2021 год уже определены. Это проспект Дираева, улица Октябрьская и Юбилейная, 15 и 6 микрорайоны. Те предложения, которые поступают у нас и от горожан, и мы сами видим при объездах, при обследовании, мы их уже включаем на 2022 год. И, соответственно, по мере необходимости, если мы набрали в 2022 году 1000 деревьев, то, соответственно, следующие заявки у нас пойдут на 2023 год. Высадка крупномерных деревьев начнется в первой декаде сентября. Максимальную приживаемость обеспечит обслуживание посадок подрядной организации на протяжении нескольких лет.